В 1832 году в станице Петровской был построен первый в Славянском районе православный храм, но он был разрушен в 30-е годы прошлого века. В настоящее время завершается строительство нового храма Георгия Победоносца в центре станицы. При церкви работает библиотека, воскресная школа для детей. В минувшее воскресенье службу в храме провел почетный гость, епископ Новороссийский и Геленджикский отец Феогност. Батюшка совершил литургию в храме святого великомученика Георгия Победоносца. Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Николай Чернявский, благочинный Славянского округа протоиерей Никита Гаврильчик, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца протоиерей Сергий Кривошея и духовенство Славянского благочиния. Этот день стал поистине радостным для настоятеля и прихожан этого храма, поскольку архиерейское богослужение было совершено в нем последний раз несколько десятилетий назад. Боже, насади, здесь